Всем привет, Евдан. Сегодня я вам покажу и расскажу, кто такой плеер без лица. Многие задумываются, что это просто кто-то такой монстр, довольно популярный в Чингане, но нет. Я вам сейчас расскажу, и вы поймете, кто это такой. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Итак, первое я хочу, что вам показать, это то, что я не раз видел этого чела у тебя на стримах. И так кто-то знает, что этих плееров можно создавать только с помощью читов. Ну, короче, их могут создавать только читеры. Обычные игроки их никаким образом никогда не создают. Так вот, сейчас вам покажу, как я увидел этих плееров у себя на стриме. Создал. А вот там желтая птица. Что это? Это кто? Кто? Как вы сейчас увидели, как только я зашел на сервер, сразу присоединился какой-то плеер. Я не знал раньше, что у читеров есть такая функция, которая создает этих самых плееров. И вот, во время стрима эти плееры могут спавниться в любом месте, где бы ты ни был. И вот, на той карте, которой я сейчас играю, примерно вот этой в стене, ну, в этом месте заспавнился плеер, он прям в стене был. Ну вот. Теперь вы знаете, кто такой плеер и что это вообще за игрок. Теперь вы знаете, как он выглядит. Всем пока!